Здравствуйте, меня зовут Владимир Шаланский, я шеф-повар «Ческого дома». И сегодня попробуем сделать ческие рогалики. К этому нам нужно молоко, уксус, растительное масло, мука, мак, тмин, желтки из яиц, соль, грубая, сахар и дрожжи. На начало муку, половину пачки сухого дрожжи, соль, сахар. Все промешаем. Чуть-чуть уксуса. И теплое молоко. Тесто должно быть такой консистенции. Засыпаем чуть-чуть мукой. Тесто разделим на меньшие кусочки. Сделаем такие хорошие шарики. Возьмем соль, тмин и мак. И жарим на 180 градусов 13 минут. Хорошие золотые рогалики. Какие лучшие.